Приветствую вас, друзья, подписчики, охотники, рыбаки и просто любители тайги и природы. Вот, выбрался еще по зимнему лесу побродить и поискать чагу. Вот кусочек чаги, уже один нашли. Сейчас маленечко наберем, потом поговорим о ее свойствах, о ее полезности и как принимать ее и как заваривать. Давайте, оставайтесь на канале, будет интересненько. Так, почистим маленечко лишнего, потом на кусочки дома уже нарежем. Отправляется в сумку. Вот она чудесная. Правда, маленькая. У нас деревья небольшие, из-за этого маленькие кусочки растут. Ну а где горы и большие березы, там растут огромные куски. Друзья, переместились мы домой. У нас есть такие чудесные кусочки чаги. Сейчас мы, значит, почистим лишнее, где там черноту уберем, где подрежем внутреннюю часть, значит, бересту всю очистим, потом наложим, потом нарежем на мелкие кусочки и измелим в порошок. А потом мы заварим чаек. Так что оставайтесь.
на канале. Ну вот, подрежем маленько береста, оставшиеся все такие кусочки. Маленечко. Трухлявую сердцевину тоже сильно брать не будем. Так, этот кусочек уже чистый. Тоже вот чистенький кусочек. Вот береста, береста присохшая. Обрежем. Возьмем небольшие кусочки и разрежем еще мельче их. Как режутся, так и будем делать. Помолим. Ох, отскакивает как. Конечно, в лесу, например, в тайге я завариваю прям такими вот кусочками. Но мы хотим же вытянуть самые полезные свойства из нее. Все вытянуть в наш чай. Поэтому мы будем молоть. Положим 3-4 чайные ложечки нашего порошка. Положу все. В среднем 2 столовые ложки. И настаивает больше суток для хорошей вытяжки. Ну вот, заварили мы чай, процедили его через марлечку. Получился он у нас без осадков. Значит, польза чаги заключается. Но это природная клетчатка, соответственно. Также большое количество разных кислот, всяких разных, и способствует раскислению организма. Ну, имеется в виду в кишках. Помогает свертывание крови, повышает. И внутри, значит, кишечной флоры бактерицидное действие. Но некоторые отваром от чаги моют волосы, укрепление волос, восстановление поверхности головы, витаминов добавление корням. Вот. А еще чага, настой от чаги, способствует снижению артериального давления, помогает устранить боль.
Ну, еще много чего, каких эффектов чага воздействует на организм. Значит, в тайге мы ее используем, еще раз говорю, завариваем небольшими кусочками. Оно дает цвет такой темный, насыщенный. И, значит, вкуса, оттенка вкуса у нее практически нету. Но, если добавить еще некоторые травы, то будет очень вкусненько. Не просто вкусненько, но очень и полезно. Нервная система тоже успокаивается, потому что если вы пьете чай или кофе, у вас лицо, мышцы лица всегда напряжены. Попробуйте какое-то время вообще не употреблять ни чай, ни кофе, не употреблять все те вещества, в которых находится кофеин. И некоторые морщинки на лице у вас обязательно разгладятся. Вот. При правильном применении, значит, чаги можно повысить профилактику разных заболеваний. Печень обязательно почистится, если будете регулярно применять. Но совет такой. Применять, пить ее как лекарственное средство, значит, можете 3 месяца с периодичностью в 10 дней. Но это как лекарственное. А как чай вы можете ее пить всегда. Добавить разные травы и создать свой полезный домашний чай. Наша Сибирь, лес, и не только Сибирь. В каждом лесу, каждого района, региона, страны, части мира есть свои полезные травы, в которых содержатся все необходимые средства для лечения разных болезней. Только мы ленимся наклониться, ленимся собрать и приготовить нужный нам отвар и пить систематически. Нам в нашем нелегком времени требуется одну таблетку съел, и должно все помочь от всего. Чага также лечит дерматит и псориаз на коже и небольшие ожоги, как антисептическое средство. Помогает от ослабления десен. Вот, а с вами был я, Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи в нашей нелегкой жизни. Пока, пока.